И Рубежанский смотрит, сколько людей валят к бомерам в кино. Он понимает, что мебель – это вчерашний день. Человек, который водит экскурсии по парадному в Санкт-Петербурге, боится зайти в общий двор в Краснодаре. Красногорилка вкусная. Это туда и надо поехать. Ну, ехать надо, конечно. Ехать туда. Купить билеты. Надеюсь, я выложу это видео в 11. Если нет, я буду себя проклинать. Между домом Губкина и вот этим зданием остается метр. И этот метр принадлежит Богорсукову. Там проход такой был. Его видно на вот этой вставочке. Делаем ставочку. Оп. Видите, какая разница? Вот сейчас один шпион пройдет как раз под проводами у нас. Простите, да. Так вот, ну, зданию, к сожалению, конечно, не очень повезло. Еловой, не знаю, чем еще, заболел он к... Коронавирусу? Нет, хорошо бы, если бы. Но в то время была опасная зараза, вот эта политическая. А в 43-м, когда город освобождали, на него упала бомба, и по иронии судьбы наша. Вот. Да? Построили вообще какой-то там будет явно заметно. Строй. Да. Федор, что вы думаете про модерн Краснодара, Екатеринодара? Я думаю, что он великолепен, особенно одноэтажные домики, про которые я не знаю, я не помню, ничего не сохранилось. Идем дальше. Чертежей нет. Да, мы обошли, наверное, 30-ю, 40-ю часть всего модерна Краснодара, так что впереди вас ждет очень много работы. Поэтому наслаждайтесь.